Сегодня мы посмотрим с вами на уникальную градирню. А в чем же ее уникальность, спросите вы? А в том, что она сделана из дерева. Всем привет, с вами Дэн. Форма градирни – гиперболический параболоид, разработанный инженером Шуховым. Такие деревянные конструкции применялись при строительстве башен градирен для ТЭЦ в 30-40-е годы. Так почему же она сделана из дерева, а не из металла? Потому что в 30-40-е годы страна СССР готовилась к войне, металла, естественно, не хватало, поэтому она и построена из дерева. Таких градирен было очень много по Советскому Союзу. Сейчас это единственный сохранившийся экземпляр. Владимир Григорьевич Шухов – советский инженер, архитектор, изобретатель, ученый. Ввел в архитектуру форму однополюсного гиперболоида вращения, создав первые в мире гиперболоидные конструкции. То, что придумал и сконструировал Шухов, поражает воображение, и до сих пор его детища много где сохранились. Они не выглядят лютой стариной, например, башня опоры линии электропередач на Оке, или башня в селе Полибино Липецкой области, на одной из улиц в Краснодаре. На шуховских идеях построили даже башню в Японии, которая выдержала 7-бальное землетрясение. С конца 19 века инженер смотрел в будущее, предугадал его и построил. Вот и наша градирня не стала исключением, хотя выполнена из дерева. Построили эту градирню в 40-м году. 30 апреля она начала свою работу. Строилась градирня для охлаждения воды ТЭЦ. А ТЭЦ это служило для нужд шахты. В Североуральске мы с вами находимся. Здесь очень много шахт. Было тогда еще, в 40-е, 30-е годы. И сейчас очень много их здесь вокруг. Добывали боксит, алюминиевую руду. Так вот, вода, значит, сверху падала, охлаждалась. Здесь был огромный приемный бассейн, и по трубам снова уходила в ТЭЦ. Такой вот замкнутый цикл здесь происходил. Высота вот этих вот ножек где-то около 10 метров. Высота самой градирни 46 метров. А это, ребят, трубы для подачи охлажденной воды обратно в ТЭЦ. ТЭЦ в плачевном состоянии, закрылась она примерно в 60-х годах. Ну, видимо, рудники истощились, закрылись, и ТЭЦ также закрылась за ненадобностью. Ну, всякие вот такие вот колодцы. О, там снег лежит, до сих пор не растаял. Ну, небольшого она размера относительно современных. Вот какое-то окошечко тут, сидел кто-то. Скорее всего, она работала на угле. Вот. Это транспортная галерея для подачи угля. Может быть, торф использовался. Но, скорее всего, уголь. Похоже, все ворота здесь закрыты, ребят. Вот уже во вторую дверь ломлюсь. Закрыто. Со мной, кстати, Шура Трэш сегодня и Питбайк. Вот, мы нашли дверь, она также закрыта, но, кто-то сделал вот такой вот залаз здесь. Ну что, полезли внутрь? Так, ну все, погнали, ребят.
Все, ребят, мы внутри. Кстати, да, он там тоже решеткой залаз заделали. Этот еще не успели. Смотрите, здесь, скорее всего, это часть от огромного-огромного насоса лежит здесь. Просто смотрите, какая толщина металла, какое давление он выдерживал, этот насос. Обалдеть. И вот еще. Это, скорее всего, часть от электродвигателя. Да, движок. Это статор. Похожий на статор очень. Ладно. Пойдем дальше. Вот все удерживают вот такие вот массивные колонны. Несколько штук. Ну, естественно, везде. Трубы, трубы, трубы. Много труб, конечно, вырезали. Вот эти вот остались. Это вот уже электрическая часть. Возможно, здесь стояли какие-нибудь трансформаторы. Вот изоляторы остались. Шли шинопроводы от генератора. А затем электричество отправлялось прямиком в рудник. Везде вот такие вот технологические отверстия, ямки. Ну, наша цель, ребят, найти машзал. Там, где стоял генератор, там, где стояла турбина, вырабатывающая электричество. Ну и место под котел. Желательно нам тоже найти. Вода же где-то должна была нагреваться. Вот еще часть от насоса. Отстойники для градильни. Возможно, да. Вот, еще одна часть. Какие же они огромные, исполинских размеров. Мы, ребят, попали в темное помещение. Вот над нами что-то массивное. Возможно, это и есть котлы, где кипела вода. А может быть, это бункера огромные для топлива. Потому что транспортная галерея как раз вот сюда вот упирается, то есть над нами. Везде валяются вот такие вот трубы офигенно большого диаметра. Здесь даже свет есть, слушайте. Вон, видите, лампочки, свет. А, тут склад. Это здание там наполовину действует, ну даже не наполовину, наверное, процентов на 20. Его используют как склад. Скорее всего, над нами и был машзал. Генератор, турбина, все вращалось. А сейчас из этого здания сделали склад. Слушай, а может это подача угля? Может быть какая-то. Это уголь, похоже. Называется это пульпа там. Пульпа. Может быть, брали, смешивали. И подавали в котел такую пульпу. Да, похоже, что это уголь. Явно не сажа это. Огромные стояли вентиляторы для подачи воздуха. Ну, сейчас, естественно, все сняли. Ребят, ищем мы. Не знаем, как подняться наверх, выше. Здесь все спилили. Абсолютно все залазы, все лестницы спилили, чтоб наверх не лазили. Ну, здесь кругом полная разруха. Так что будем выбираться. Вот такой вот, ребят, объект. Такая уникальная деревянная конструкция. Приезжайте, смотрите своими глазами. Североуральск вас ждет. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на Инстаграм. Всем удачи и пока-пока!